Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Химия между Джаном Яманом и Демет Аздемир всегда была темой для разговоров в гламурном мире турецкого шоу-бизнеса. Эта любимая пара, известная своим невероятным талантом и обаянием, не только покорила сердце зрителей по всему миру, но и попала в заголовки газет благодаря своей закадровой дружбе. Джан Яман недавно появился в новостях за то, что выступил против фаната, оскорбившего Демет Аздемир. Экранный роман Джана Ямана и Демет Аздемир в популярных турецких сериалах, таких как «Эркен Джикуш», захватил воображение поклонников и сделал их одной из самых знаковых пар в индустрии. Их невероятная химия была неоспорима, а их экранное изображение романтики заставило многих поверить, что она может перенестись и в их реальную жизнь. Но оба актера всегда утверждали, что они близкие друзья и не более того. Несмотря на неоднократные заявления о том, что они были просто друзьями, слухи о романтических отношениях между Джаном Яманом и Демет Аздемир продолжались. Горячая надежда их поклонников на то, что они станут парой в реальной жизни, является свидетельством невероятной связи, которую они разделяют на экране. В ходе недавнего инцидента Джан Яман раскритиковал фаната, перешедшего черту, в социальных сетях. Этот фанат сделал оскорбительные и неуважительные комментарии в адрес Демет Аздемир. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.